Ну, а? Ну что, закончили мы наше скалолазание. Очень потрясающий просто опыт, невероятный. Я даже не могу его вот описать словами, но это что-то... Какие-то силы берутся невероятные на вот это все дело. И один раз я только сорвалась, и сейчас скажу, это было страшно. Я знаю, что там все страховка, там все держит, и я не пролетела больше 20 сантиметров, но ощущение, что сил больше нет, и обрываешься, вот опускаются руки, и срывается нога, очень страшно. Вот очень, вот этот сам момент очень страшный. Я хотела отказаться, а мне сказали, нет, еще один шанс, давай, ты залезешь наверх. И я немножко отдохнула, повисела там, так поболталась на веревке, потом все-таки залезла. Я сделала это.